Проспект Победы. Россия строится. Активно работа ведется. Активно. Я смотрю. Если так будет работать, я думаю, видимо, в сроки уложится. А тут кабель прокладывают. Красивые клумбы возле администрации, ничего не скажешь. Здесь все идеально. Машин, конечно, много тут в городе. Нужно парковку делать. Здесь детская площадка. Я представляю, если они начнут дом связи ломать, и потом строительство будет. Это кошмар, что будет в городе твориться. Все, друзья, до новых встреч из Кисловодска.